состоялось заседание постоянной комиссии Жамбылского областного маслихата. О проделанной работе по социально-экономическому развитию края в 2021 году рассказал глава области Нуржан Нуржигитов. Выступая перед членами комиссии из числа депутатов, аким области отметил устойчивый рост экономики. Доходная часть областного бюджета в 2021 году составила 517,4 миллиарда тенге или 100,3%. В прошлом году областной бюджет освоен на 99,9%. В текущем году работа в данном направлении будет продолжена. Ей будет уделено важное внимание. Затем глава региона остановился на показателях программы развития области. ВВП региона за последние 5 лет вырос в 1,7 раза. По итогам 2021 года сумма составила 2 триллиона 355 миллиардов 500 миллионов тенге. План выполнен на 106,6%. После выступления Нуржана Нуржигитова члены постоянной комиссии довели до его сведения некоторые проблемные моменты, требующие, по их мнению, скорейшего решения. В частности, депутат областного маслихата Гулам Умаров обратил внимание на необходимость проведения ремонта здания средней школы номер 13 города Тараза, расположенной позади областного акимата. Сейчас школа в очень плачевном состоянии, даже окна нельзя открыть. Почему? Потому что не было ни одного ремонта, ни капитального, ни текущего, уже долгие годы. Окна нельзя открывать, почему? Потому что стекло может упасть, и дети могут повредиться. Прилегающую территорию я уже не говорю. В ответ на это Нуржан Нуржигитов напомнил о разработанной областным управлением образования дорожной карте по ремонту объектов образования до 2027 года. Благодаря этому в прошлом году в надлежащий вид привели 16 школ региона. В этом году капитальный ремонт проведут в 17 учебных заведениях. До 2027 года есть план, дорожная карта, управление образования разработала. До 2027 года мы будем ремонтировать старые школы. 444 школы, которые государственные, да, мы их будем ремонтировать, да, мы их будем приводить в соответствие. Но в рамках тех бюджетных денег. Бюджетные деньги вы нам будете утверждать. Мы вам будем предлагать, вы будете нам утверждать. Глава региона отметил, что в центре внимания будет эффективное освоение средств бюджета и отметил, что будет продолжена работа, направленная на улучшение качества жизни населения области. Ринар Рахматуллин, Ермек Кеншимбек, Жамбыл Ньюс.